рядом с метро находились точки, где люди могли покупать мелочи какие-то, продукты, понимаете, все, что необходимо для связи. И это было очень удобно. Я считаю, что это просто варварство. Думал, что сейчас подъеду, а тут куча разных ништяков оттуда, типа не успели все разобрать, и все вывелось, оказывается, все разобрали. Вы хотели взять что-то? Я хотел помародерствовать, да. Вы как относитесь ко всему этому разрушению? Ларьков, палаток? Положительно. Положительно? Вам не нужны они, не пользуетесь? Практически нет. Ну, можно сказать, я в шоке. Я вчера был на этом месте, все стояло. Сейчас я даже не знаю, что это такое. Ты, конечно, понимаешь, что у них какие-то соображения по поводу безопасности, возможно, есть. Если они реальны, то, значит, это надо делать. А мне жалко. Я не специалист, мне жалко. Каждый зарабатывает как может. Кому это мешало? А вам не жалко ломать? Строение было. Да, приказ был и все. Все это сносить, все палатки, они вот эти, они все не нужны, некрасиво. А где покупать продукты, мелочи всякие? В больших магазинах.